Очень дорогие, я думаю, вы все знаете, поэтому папы, мужчины, работаете, зарабатываете на такую красоту. А, у многих есть, конечно, костюмеры, кто-то расшивает костюмы, но есть у нас те, мамы, которые не спят ночами. Вот мама, например, Карнаш Валерий, не спит ночами, а шьет ей такую красоту, я обыкновенно. Встречайте Карнаш Валерия. Ее красивый танец и необыкновенный костюм, который ей расшила мама.